Минская лыжня, которая состоится послезавтра, в субботу, закроет зимний сезон в Беларуси. Старт традиционный, но в этом году он пройдет в Раубичах, причем при любой погоде. В спорткомплексе, несмотря на потепление, поработали на славу. По заверениям организаторов, снежная подушка позволит провести соревнования традиционно на высочайшем уровне. Участников стартов ждут эстафеты с двумя огневыми рубежами, развлекательная программа и, конечно же, призы. Но обо всем по порядку расскажет Станислав Липский. За медали Минской лыжни 2021 поспорят дружины высших органов власти, центральных аппаратов, силовых министерств и ведомств, республиканских органов госуправления. Всего более 250 участников из всех регионов страны приедут в субботу в Раубичи. В первой гонке титул действующих чемпионов защищать будет команда главы государства. В Министерстве спорта и туризма подчеркивают, готовность максимальная, менее двух суток остается до стартовой эстафеты. Пройдут они, кстати, в формате биатлона. Биатлон, он подразумевает неожиданность. То есть ты можешь хорошо бежать, но где-то промахнуться. А если ты хорошо попал, то ты обязательно догонишь того, кто промахнулся. Ну, то есть это очень интересный формат. И я думаю, что участникам будет просто самим интересно попробовать такой формат. Несмотря на оттепель, Раубичи готовы к проведению любых соревнований. Снежная подушка толщиной порядка 50 сантиметров позволит здесь тренироваться спортсменам и любителям лыжного спорта и биатлона до конца марта. Что, собственно, сегодня и делали участники грядущей Минской лыжни. Где-то по 9 работает, пацанов. Все, поехали по-маленькому. Дружина Государственного пограничного комитета не теряет ни единой минуты из 2 часов, предоставленных для тренировки. А как иначе, цель — серебро 2019 года сменить на золото 2021. Всегда стремимся к наиболее высоким результатам. Ну, стрельба, как покажет, все решит стрельба на огневом рубеже. В прошлый раз команда погранкомитета проиграла сборной МЧС. Соперники друг друга знают хорошо, но спасатели предстоящее принципиальное противостояние пока не комментируют. Концентрация на результате зашкаливает. Участникам Минской лыжни предстоит пробежать эстафетные гонки 4 по 1600 метров с двумя огневыми рубежами из положения лежа. Несмотря на соревновательный момент, для участников гонок субботние старты – это прежде всего праздник спорта. Конечно, да. Чем больше стартов, это отличный праздник, да, который поднимает настроение, вызывает бурю эмоций. И так хочется попробовать себя, испытать в таких соревнованиях, посмотреть, на что способны. Протяженность трассы на Минскую лыжню будет порядка 1000 метров. Трасса не очень сложная, практически все равнинные участки, такой вот затир, выход. Основное здесь на стадионе, немножко вот за бруствер, там стрельбище уходим, но так все практически на глазах у зрителей. Минская лыжня пройдет в субботу. Для гостей в Раубичах будут организованы торговые точки, концертно-развлекательная программа, старт первой эстафеты в 11 утра. Финальный забег начнется в 14:00. Станислав Липский и Александр Берецкий, агентство теленовостей.